Жители Мончегорска приняли участие в общественном проекте «Инициатива двора», организатором которого выступает Ассоциация муниципальных образований Мурманской области. В этом году горожане поддержали идею установки на придомовых территориях лавочек. Подробнее в нашем материале. Пожилые люди будут довольны. Сразу 9 лавочек установили во дворах Мончегорска. Точки выбрали сами жители города. А воплотить в жизнь задуманное удалось благодаря проекту «Инициатива двора». Сам проект предполагает небольшое благоустройство во дворе или на общественной территории. Это может быть замена лавочек, забора какого-то, установка урн. Это может быть то, что сделает жителей более счастливыми, а жизнь во дворе или в городе более комфортной. Помимо дворовых территорий, удобные места для ожидания или отдыха сделали и на территории школы номер 1. Родителям, бабушкам или дедушкам будет где отдохнуть в ожидании своих чад после уроков. Эти лавочки удалось нам установить с помощью наших детей, потому что в течение года дети участвовали в городском конкурсе по сбору пластиковых крышечек. И вот как раз из этих пластиковых крышечек лавочки установлены. Мы надеемся, что родителям, бабушкам, дедушкам, которые будут приходить и встречать здесь своих первоклассников, будет очень удобно. Лавочки в кратчайшие сроки изготовил предприниматель Виталий Матвиенко. Компания делает лавочки из тех самых переработанных пластиковых крышек. Наши скамейки по сравнению со скамейками из традиционных материалов, это, ну, таких как дерево и металл, ну, обладают рядом, ну, скажем так, преимуществ. Наш материал не подвержен гниению, ржавению, великолепно переносит наши перепады температур. Материал наш не подвергается никаким разрушениям. Участие в проекте «Инициатива двора» – отличный пример, когда жители сплотились и реализовали действительно нужные и полезные проекты.